Девочка, с юбилеем тебя. Я буквально со сцены сейчас играл спектакль на сцене у ЦДКЖ, у трех вокзалов. Вырвался, потому что у меня через 19:30 у следующий спектакль. Но я не мог не приехать к Нелли и не мог не поздравить тебя с этим праздником, потому что ты золотой человек. Ты волшебница. И я счастлив, что однажды ты дала мне возможность, позвонила и сказала: «Марат, я очень хочу с тобой спеть». И вот этот человек заставил меня, можно сказать, петь на татарском языке. И я думаю, что сегодня мы с тобой споем. Обязательно. Дюбетей! Музыка. Ich lasse mir auch nicht schreiben, kann man da von Nenuk
Ишларга күңел яша. Здесь книги, а твоей маме тоже есть. Потом прочтешь. Марат, канал «Культура» показывает вчера, сегодня и завтра. Канал «Культура» сивильский цирульник. Харек Марат Башаргуни. Сіз қарамша қолмағыз, Маратты. Біз кәрі тапсыны. Рәхмет, рәхмет. Я просто хотел сказать. Можно? Знаете, просто сибирский цирюльник, Нелечка, я просто маленькое вступление. Как мы называли эту картину, пока снимались в сибирском цирюльнике? Мы называли ее «Таежный парикмахер». Ну что, продолжаем, споем еще? Регис? Эй! Yeah.
Спасибо.